Пущине состоялась шестая пара «Артиада» Московской области. Художественные работы и концертные номера в этом году на традиционном популярном конкурсе представили более 40 творческих коллективов из учреждений социальной защиты Московской области. От Ленинского района и Центра социального обслуживания «Вера» туда отправились Дарья Федорова, которая представила работу в номинации «Изобразительное искусство», и юный исполнитель Максим Панов. Мальчишка с раннего возраста полюбил петь, учится вокалу и часто радует слушателей своими выступлениями. На конкурсе Максим Панов исполнил песню Александра Ермолова «Вперед зовет страна». Максим понравился не только зрителям, но и жюри. В вокальном конкурсе он занял первое место. Поздравляем Максима и желаем ему новых творческих побед!